Два человека застряли на высоте 40 метров после обрушения склада в Лебедяне Липецкой области. По информации Лайфа, сейчас сотрудники МЧС решают, как их спасти. Главврач Лебедянской больницы Алексей Байцуров также сообщил о двух пострадавших. На месте происшествия уже начали разбирать завалы. Уточняется, что обрушилась кровля зданий площадью около 300 квадратных метров. Во время аварии разлилось несколько тонн сока, и местные жители сейчас выкладывают в соцсети фотографии улиц, залитых продуктами. Продукции завода.